Так, Леонидович. Во-во-во-во-во-во! А чё, хера себе, да ладно! Это реально было неожиданно. Сука, она. Блять, 3-2, ну ладно, засечем как 3-2. Блять. Так, это должно быть 30. Ты блякаешь, ну блять, значит, ты блякаешь. Закрой свой рот, блять. Блять, ни разу не попал еще. Да еще что ж такое, а? Ну такое бывает. Лол. Я не могу в легку попасть. А потому что ты ноб. На месте. Я тебе, блять, попал в голову. Ты нихуя, тебя даже КП чуть не понизилось. Так, я вижу, Леонидович стоит у меня. Ух ты. Блин, слышишь, Леонидович, а ты можешь уйти в сторону? У тебя, ты как и Андервадер, у меня на карте отображаетесь одинаковым значком, да. И в итоге я тебя вижу... Ой, ну вот про что я и говорил, сорян, не хотел. Так, по кому стрелять? Да, тут, блин, случайно его вальнул. Алексей, беги! Прямо в голову, кстати, это было красивое. Бля, я почти труп. А, тут уже, бля. Быстро материализуешься. Так. Бля, я тебя практически не вижу. А, вижу. Бля. Медвежатник, секира, сэр. Бля, что ты в этих щелях прячешься, Лё? Блядь. Блядь, не прячься за стенками. Блядь, Леонид. Не вижу. А, вижу. Шок. Блядь, мне приходится в аду уходить. Блядь. Чёрт. Странно, я тебе выстрелил. Не попал. Блять, сука. Ну да, я не, тяжело мне. Блять, не мешай, Лёня. Да, это грёбаная вышка, конечно. Ну ладно, бог с ней. Да хуя в неё патронов утрамбовал. О, блять, началось. Я что, от третьего лица играю? Да нет. Блять, стрейфа вообще нету. Что происходит? Блять, у меня мужик здесь, ёпта. Да что ж такое? Слышь, Андрюх, там это, если что, быструю перезарядку юзай, когда я умер, соответственно, да, это не вопрос. Вот сейчас, если бери, делай быструю перезарядку, не вопрос, когда умер человек. Я забыл сказать, извини. Так, стоп, подожди, я выйду на пляж. Да, сейчас я выйду. Что за быстрая перезарядка? Ну это, я же тоже на клавишах стоит, я же быстро перезаряжаюсь, когда только умирает человек, потому что ну тоже что-то. Так, ну чё, поехали. Я в зоне доступа. Угу. Лол. Меня, блядь, с одного ты выносишь, а я тебе звук. Чё за нахуй? Блядь. Пусть Лёня не мешает. Блять. Блять. Появился я неудачно для тебя, согласен. Ах ты, блядь, добил. Сука, прямо в голову, походу. Блять, как ты попал, а? Я же стрейфиться сразу начал, а? Непонятная хуйня. А, где ты? А, вот ты где. Да не, надо... Ах ты, блядь, это тут было прикольно выстрелить. Интересно, в голову, наверное, скорее всего. Блядь, сука, у меня уже руки, пальцы заболели, твоё. Бля, не прячь.
Сейчас убью. А где ты? Не вижу. Не вижу. А, вот ты где. А, вон, да. Надо разыграться просто. Это вещь такая. Блин, да кто ты на мотоцикле бегает? Мешай, блядь. Кто там? Лол. Да не было ли дело, блин? Бро, закрой рот свой, блядь. Сука, смолодите, петух. Давай там, блядь, пососи микрофон, что ты делаешь. Пиздец, как ты, конечно, делаешь это. Убойная хуйня, блядь. Тупой лоб. Закрой рот, блядь. Закрой рот, блядь. Девочка, сиди спокойно. Блядь, да ладно, в голову уже был. Должен был подумать. Да я хоть с девочкой нашей, я хоть с девочкой буду спать, а ты, блядь, с рукой своей. Я говорю тебе, девочка, ты чё пиздишь, блядь? Сказал с девочкой. Я сказал, ты девочка, блядь. Тупой лоб. Ты ещё даже... Ох, да ладно. Ну ладно. Согласимся. Да, блядь, ты... Странно, как ты не моргаешь. Блять, я уже не помню, какой счет был. Ну ты говнюк, а. Убиваешь, когда резаюсь, как силе. Вот хитрая жопа. Ну ладно. Сейчас мы тебя за это накажем. Блядь. Вот так вот. Практически не целясь. А чё ты, где ты? А, вон ты где, ебать, да ладно. Сейчас, подожди. Блять, ну... блять. Почему ты, сука, добиваешь меня с одного, а я тебе, блять, только с двух? Шо за нахуй, Лёшенька? Шо за нахуй? Я не понимаю. Понимаете, какой-то раз ты... Понимаете... Не работает, а, блядь, бибик? Закрой рот свой, да? Давай сейчас проверим на тебе мои чё, читы, блядь, слышишь? А? Твои читы не работают, а? Давай, давай я проверю свои читы на тебе. Лошара. Блять, надо, надо привыкнуть просто к коврику. Все, я понял приблизительно, как коврику. Это делается. К чему ты привыкнешь? Опа. Привыкнешь, если хуй пойдет. Вот, блять, слышь, вот это было два выстрела в тебя. Это был третий. Че за фигня, Андер? Лагаешь, что ли? Блять, снова выстрел, блядь, че за хуйня? Минимум, что ты можешь прочувствовать, Тирбис, это хуй в твоей жопке. А, ты хочешь взять мой хуй в ладошки и задушить его губами? Ты пидор малолетний. Только ты меня задушишь. Хватит сюда, блядь, иди от меня нахуй. Чё, потихонечку, да, начинаю коврик вот так вот привыкать к дуэли. Практически прицел уже не уходит. Единственное, сколько надо себя отучить от этой хуйни, блядь, привычки, блядь, дергать все-таки. Это, блядь, проблема. Блядь, у него мистер Эйфа нихуя нет. Он вообще стоит как, блядь, подвижная мишень, ёлки-палки. Надо просто чуть-чуть придрочиться правильно стрелять. Клавиатуру себе, блядь, нормальную купить. Да, блядь, купил нормальное вроде, А4TH, блядь, за 2400, куда же лучше-то? Смысл за десятку брать, блядь, клавиатуры профессиональные? Да нет, понимаешь, он, я у него стрейфа не вижу, он как бы, вот, вот на видео он как-то стрейфится вообще, он вообще становится на месте, блядь, и стреляет, то есть, он даже как не, не задроты, блядь, играет, то есть, как вот зубинатор, что-то типа подобное. Какой блядь. Ты задрот, ты тупой, блядь. Да ты лох, убогий, чё ты пиздишь, блядь? Единственная вот проблема, да, он, знаешь, он меня как Quicksilver очень часто подсекает, когда я появляюсь. То есть вот, вот эта вот хуйня, блядь,
Ну, по идее, это честно, по большому счету. С другой стороны, конечно, можно как-то договариваться об этих вещах. Ну да ладно, я думаю, это уже слишком много. А, допил. Ну чё, Underwater, как бы неплохо идем. Блять, вот этот вопрос вот, ну, прямо в голову попал, скорее всего. Вопросов здесь нет, блядь, быть не может. Судя по анимации. Карма! Так, ты меня видишь? А, да, я в зоне доступа. В следующий раз, да, я буду бежать на пляж. Не попал? Да ладно. Блядь, что за хуйня? А, перезарядка, я думаю. О, хуй, не стреляет. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я на пляже. Вернула. Блядь, ну ёлки-палки, ведь у него не стрейфа, ничего же нету, блядь, как вот Сильвер там круг красиво так делает. Это, блядь, хер какая-то. 32-17. А у тебя должно быть 36, было 4-2, по-моему, да, счет у нас? До этого. Я тебя сейчас не вижу. А я тебя хорошо вижу. А, ну ладно, сейчас я подбегу, стой. Вот так нормально. Вижу? Все, понеслась. Ну, может быть, просто что-то у тебя с видеокартой. Ну, блядь, это только видеокарта. Я потому что вижу дальше тебя. Ну, на это видео... не из-за видеокарты. Я сказал, что она... Ой, блядь. Хорошо, бегу, бегу, подожди. Сейчас бегу. Стой, 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 бегу. Стоп. Скажешь, все, когда вижу. Видишь. Видишь? Вижу. Хорошо, понеслась. А где ты? Я тебя потерял. А, вот ты где. Добил. Ладно, сейчас поближе. Блять, хватит щели. Подбегу. Сука, у меня бомбит, когда кто-то в щельях прячется, блядь. Не, ну сейчас-то нормально, чё. Вы рядом. Блять, мне на ближняках у меня проблема, конечно. Сука. Это факт. Блять. Я куда, блядь, куда мужика застрелила. Ну, Underwater, тебе повезло, блядь, Андрюха. Это твой патрон. Блять, прямо в голову, по-моему, чуваку попал. Ситозану. Блять, хватит прятаться, Лёха, сука, мне это... Кто-то прячется, блять. В этих ущельях, ёбаных. Блять, попал, ну как так? Чёрт. Блять, вот эти вот ближние бои, у меня они вообще не идут. Ну ладно, тебе один выстрел остался, чтобы меня убить, да? Вау! Нет, я тебя убью еще один раз. 100%. Должен убить. Ну, блин, как у тебя отнялось так мало жизни-то? С ближняка же бил. Я тебе сказал, хватит прятаться. Мне это бить. Блять, меня сейчас копы убьют. Появляйся быстрее, быстрее, быстрее. Блять, они меня убивают. Ладно, 36-20. Ну нормально, чё. Получается 34-18. По-моему, так. Да, ну ладно, хватит. Нормально. Заебись, отстрелялись. Нормально?